представляем гильотину ГГР-1400. Модель ГГР-1400 продается в комплекте с рольгангом для более удобной подачи стрия под режущую поверхность. Гидравлические гильотины используются для раскиповывания биг-бэгов и пленки, а также подходят для резки резины, автомобильных покрышек, роликов пленки, литников, труб и другой продукции. В качестве рабочих элементов выступают ножи марки H12MF. Данная марка инструментальной стали предполагает многоразовую заточку. Длина рабочей поверхности ножей составляет 1400 мм. Гильотина оснащена парными гидроцилиндрами, которые развивают усилие до 40 тонн. Данное оборудование применяется в качестве первичного этапа измельчения перед линией переработки и грануляцией биг-бэгов. Подольский завод оборудования уверен в качестве производимого оборудования и предоставляет двухлетнюю гарантию на производимые товары.